Итак, в очередной раз в программе «Звездонука» у меня спящий, впервые в передаче спящий гость. Извините, пожалуйста, может вы тогда сами представитесь первый раз, потому что я все время представляю всех. Нет, мне лень. А, вам лень, хорошо. В гостях, значит, человек, которому лень, в первую очередь, а во вторую очередь уже достаточно известный в мире даже музыкант, композитор, мультиинструменталист и еще много-много всего, Юрий Михайлович Касьяник. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Здравствуйте, Андрей. И мой первый стандартный опрос, который всем задаю, скажите, пожалуйста, пару слов обо мне. Ты хороший. Отлично. Расскажите, пожалуйста, вот какая у вас была любимая игрушка в детстве и какая сейчас любимая игрушка? Она не изменилась и в детстве, и сейчас у меня одна моя любимая игрушка. Надеюсь, ты понял, о чем я говорю. Ну, я надеюсь, что зрители передачи «Звездонука» тоже это поняли. Перейдем к следующему вопросу. Представьте, что у вас есть возможность выбрать любую суперсилу. Что бы вы хотели? Я бы хотел суперсилу. Силы. Отлично. Персонажем какого мультика и каким персонажем вы бы хотели стать? А мне нечего им быть, я и так есть, я тот самый Винни Карлсон, который живет. Который просто живет, да? Да. Хорошо. Как вы думаете, кто сильнее, Брюс Ли или Шварценеггер? Смотря в чем. Я думаю, что если в поднятии друг друга, то думаю, что Шварценеггер поднял бы Брюса Ли из могилы. И поднимал бы его очень много-много раз. А Брюс Ли, он Шварценеггера сейчас ни разу не поднимет. Хорошо, спасибо за ответ такой подробный. Представьте, что вас поставили перед фактом выбрать один стиль музыки на всю оставшуюся жизнь. Что бы это было? Стиль музыки. Направление, стиль. Вот вопросик-то. Ну, я бы, наверное, предпочел бы неорусский стиль Стравинского. Интересно. Так. Вот представьте, что у вас есть возможность прочитать мысли любого человека, умершего или живущего, кто бы это был, если вам это интересно вообще. Вот честно, я бы хотел бы узнать, о чем думал товарищ Ленин за 10 минут до выстрела пушки.
Я много слышал про ваш коронный фокус. Можете его сейчас продемонстрировать? Мой коронный фокус? Макаронный, да? Макаронный, да. Макаронный. Фокус макаронный. Это, продемонстрировать, так это же, понятное дело. Самое главное, это указательный палец у пианиста. Так вот, у меня протез. Хорошо, спасибо. Значит, представьте, что вы сейчас оказались на Марсе, И какой будет первый вопрос марсианам? Естественно, что тут? Ребята, где тут туалет? Потому что там же будет ужасно просто вообще все. Марсиане-то... В общем... Хорошо. Окей. Представьте, что к вам подошли там суперизвестнейшие, моднейшие продюсеры и предложили такой вариант. Они вам платят от 5000 евро в час, и вы будете диджеем. Будете гастролировать плотно в течение 2 лет, там очень-очень плотный график, но при том, что они выбирают, диктуют стиль музыки и направление, ваш весь имидж. Да, что вы им скажете? Я скажу окей, вперед, проблем нет. Хорошо, интересно. Так, как вы относитесь к ежегодному физико-математическому форуму в Колпино? Если бы я знал, что такой был, я бы подал заявку и выиграл бы, естественно, первый там гонорар. Приз был бы ваш. Конечно, абсолютно. Хорошо. Помните, такой сериал был «Санта-Барбара»? Можете вот 3 героев назвать? Барбара, наверное. Хотя это замечательное местечко. Там недалеко от Л.А. Бывал я там. Купаться там здорово. Но героев я там не видел, и скажу честно, не припомню. Я сериал-то этот не видел. Не слышали про него? Нет, я слышал, но не видел. Какой-то один из первых таких, резиновых, долгоиграющих. Там 3000 серий, когда... Нет, это, как говорят англичане, it's not my cup of tea. Хорошо. Как вы думаете, что у Дарта Вейдера под маской? У кого? Дарт Вейдер. А это кто? Звездный воин, такой в черной маске. Понятно. Вот тоже я как-то в этом плохо разбираюсь. В общем. Наверное, какие-нибудь там железки там, чего-то в этом роде. Музыка, синтезаторы там, да, вот это? Наверное, может быть, не знаю, может там просто какой-то спецночной горшок. Спецночной горшок. Интересно. Спецночной горшок. Входит в свою голову. Какой вариант, да. В принципе, с такими мыслями, как у меня. Хорошо. Вспомните какой-нибудь забавный случай во время выступления вашего. Мой забавный случай. Был такой в Гамбурге, когда за 10 концертов, извините, за 10 минут до моего концерта полный зал, битком там где-то 1500 человек, и за 10 минут до концерта я только случайно не ломаю ногу, но практически был почти множественный перелом голеностопа, а это был мой сольный концерт, где мне надо было еще прыгать и скакать, и я 1.5 часа прыгал и скакал. Знаете, это было забавно. Ничего себе.
Забавно. А в каком году это было? Это было в 91-м году в марте. Даже помню название площадки. Театр «Скала». «Скала». Нет, ну, естественно, запомнить такое-то. Так, хорошо. Как вы относитесь к такому факту, что многие музыканты сейчас стали очень сильно зависимы от крекеров и халвы? Ну, хорошо, что не от Фреша и от Мак Шлюша, наверное. Чикен рэп. Да, чикен, да. Настало время, наверное, у меня экспериментальный вопрос. Герой прошлой передачи задает вопрос герою следующей передачи. И вам достается вопрос от Кирилла Миллера. Он задал Дружочек. Да. Лев задал такой вопрос. А что делать? Так как в детстве говорили, снять штаны и бегать. Хорошо. А теперь, в свою очередь, вы должны задать вопрос герою следующей передачи. Абсолютно любой. Как быть? Хорошо. Ну, я думаю, что закончим уже, наверное. Просто такая просьба, какую-нибудь смешную рожицу в камеру. Ну, наш герой засыпает, и мы плавно заканчиваем наше интервью. Как и мы, собственно, планировали. С улыбкой на устах.